International Foundation Program, IFP, или расширенная предвузовская подготовка. Данная программа разработана лучшими университетами CCN с целью максимально адаптировать студента для дальнейшего обучения в университетской программе. Поэтому студент, завершивший предвузовскую подготовку IFP, не только владеет китайским языком на достаточно высоком уровне, но и уже имеет серьезную подготовку по профильным предметам. Вы будете изучать академически и предметно специализированный китайский, а не только разговорный. По окончанию программы вы будете не только говорить по-китайски, но и понимать преподавателей, слушать лекции, писать конспекты, читать научную литературу. 1080 часов в год обучения в IFP против 750 часов на обычном языковом курсе в любом другом университете. Сравнивайте сами. Особенностью данной программы является преподавание одного предмета сразу двумя преподавателями. Один – учитель языка, а другой непосредственно ведет предмет. Каждый студент работает в паре с китайским студентом-наставником, который поможет быстрее адаптироваться к учебной и внеклассной жизни. После окончания IFP студент вправе выбрать любой из 28 вузов по желанию. Помимо того, если вы уже учили китайский язык и у вас есть знания выше уровня HSK-2, то вам незачем учить заново азы. Таким образом, вы еще сэкономите свое время. На программу IFP также выделяются полные гранты.